Киньте рыба. Нужно подойти поближе. Я пока не могу использовать эту способность. Сейчас. Спасите! Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Моя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Сейчас.
Нас еще чувак на подряд один надо сумануть пишет. Да, блин. Цирк приехал. Сильнее страдания. Не сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас.
Так что это поднимет? Так тут уже падает. В мире хватает героев, и Балдар не оставляет живых. Цирк приехал. В мире хватает героев. Балдар не оставляет живых. Достаточно ярко. Сейчас. Двое сильнее страдания. Поближе. Лаги. Я думал, у меня одного. Слишком далеко. Подвисание. Нет, прохилили. Балдар не оставляет живых.
Что-то нормально так тройнуло. В мире хватает героев и без тебя. Так сестра раскидает. Сильнее страдания. Ох, я понял. Спасибо. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Из рука посижу, окей? Стратегию знаю. Эх. Святилище считалось неприступным. Стратегию. Смешное слово. Такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Алекстраза выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц. Слуги!
Атакой руководил кровожадный Заритриан. Но, боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Опоздали. Рубиновое святилище пало. Мяса вас было больше. Вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Thank you.
есть лишь страдания. Входите, если посмеете. Аги, если уже выпрыгивать надо, а не прыгать. Могу использовать эту способность. Сейчас. Могу использовать эту способность. Сейчас. Сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. По спине эту дисплей, смотри. Насладитесь сполна ее вкусом, ибо это когда вернется мой господин, этот мир сгинет в огне. Я начистил себе слово. Перезайти это на другого персона, да?
Ладно. А, надо на шам, надо на приста прыгать. Чтоб начислять. У меня же на шамане прав нет. Сейчас от вас зайдем. Это честь для меня. Не могу пригласить члена другой группы. Эк зашел послушать нас. Я волчат тройки поставил, возьми. Возьми. Дрема. Эршам. Пять и Дойду пока на пару минут.
Да хлён, никого не набирай, там видно было. Тем гляди, два человека присылал. Ну ты наберешь скилли двоих, нет? Блин, убегать слишком, одним пальцем играть можно в ПСПАНе. Закрой. Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям.
Слава, перетяни с гостиной. А он опять дома. Да хер пойми. Наготовь тут. В каком подземелье? Я только в игру захожу. Блин, а есть место для Фурика? Сейчас я захожу уже. Залетаю прям. Какого там? Бой с танков держать, скажи. Оркш. Цирк приехал. Ребят, сломник. Страдание.
Там. Да по. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мы братья один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной цель... Алекстраза выбрала достойных союзников. Атакой руководил кровожадный Заветрия. Но, боюсь, тут замешаны и более могущественные. В самом начале... Слуги! Обратите их в пепел! Герой, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно опоздали. Рубиновое святилище пало. Что это было? Алло. Привет, Лока. Хан за стенкой. Отбеги оттуда. Сколько еще таких героев?
я понял, блин. Посланником смертокрыла. Во тьме Гера Найт. Поручим. Маги сами себя диспелят снятием проклятий. Диспелили, забежал в рейд. Хрен. Чё, в целкалите?
Кик Некрон, который поймал. Ссылка обычку, да, сейчас? Мага возьмете 5-4. Сейчас зайду.